Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю очень вкусный и быстрый салат с жареным рисом. Для его приготовления мне потребуется на 100 граммов жареного риса, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, 100 граммов сыра, 100 граммов ветчины и по желанию либо ложка майонеза, либо ложка сметаны. Итак, прежде всего, первый слой я выкладываю жареным рисом. Для второго слоя я 2 зубчика чеснока измельчаю. Добавляю туда 2 яйца, натираю на мелкой терке. Дальше на мелкой терке натираю 100 граммов сыра. Добавляю ложку майонеза. Все хорошо перемешиваю. Половина смеси я выкладываю на рис. Ветчину я мелко нарезаю. И выкладываю на сырно-яичную смесь. Выкладываю оставшуюся смесь. И украшаю любым овощем. У меня это огурцы. Получается вот такой невероятно сытный, невероятно вкусный салат. Буквально из нескольких ингредиентов за 5 минут. Подписывайтесь на мой канал. Здесь я делюсь вкусными, недорогими рецептами из доступных продуктов. Пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч! Пока-пока.